Северском районе отметили День учителя. В минувшую пятницу на сцене Афипского дома культуры наградили заслуженных учителей, воспитателей и ветеранов педагогической деятельности. Эти люди занимаются самой важной работой в мире – обучением и воспитанием подрастающего поколения. От имени главы района с профессиональным праздником педагогов поздравила Марина Наумейко. Вы передаете любовь к своей родине, учите наших детей и воспитанников быть настоящим патриотом нашей великой Родины. Вы вместе с ними побеждаете, а иногда поддерживаете их неудачи. Но все точно знают, что ваша профессия самая нужная на Земле. Поздравления депутатского корпуса Законодательного собрания Краснодарского края передал и Сергей Орленко. Около 50 педагогов наградили почетными грамотами, благодарственными письмами губернатора Кубани, ЗСК, главы и председателя Совета муниципального образования Северский район. За выдающиеся заслуги звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено Светлане Чеботок, заместителю директора по воспитательной работе школы номер 45 станицы Северской. Всех присутствующих в зале в этот день неустанно благодарили за труд и верность профессии. Отдельным подарком стала праздничная программа от детских коллективов района.